Добрый день, наши дорогие зрители и подписчики. Сегодня я в ролике буду один, и в качестве темы мы подобрали топ ножей, которые закроют все ваши проблемы. Разберемся, посмотрим, какие ножи сюда попали, и обсудим, по какой причине они находятся в данном топе. Ну что ж, давайте смотреть. Как вы успели заметить, то, что лежит передо мной, это все швейцарские ножи компании Victorinox. Модельный ряд данной компании состоит из 9 основных размеров, от 58 мм до 130 мм. Обратим внимание на то, что, имея в виду размер, указывается размер ножа именно в сложном состоянии. То есть 58 это маленький, 130 это самый большой, линейка Ranger Grip. Сегодня в топе пойдем не совсем по размерному порядку, а именно по популярности ножей. Давайте обсуждать один из самых популярных ножей, наверное. Не скажу, что на всей планете, но тем не менее у нас по продажам точно, это Victorinox Spartan. 91 мм в сложном состоянии, двухрядная модель. И значит, здесь два ряда пружин стоит и несколько инструментов. Давайте посмотрим, какие. Почти в любом швейцарском ноже всегда есть основной клинок. Не в каждом, но часто встречающийся маленький хозяйственный. Две открывашки. Консервная, бутылочная открывашка, они же являются отвертками. Маленькая, она же может откручивать и крестовые шлицы, и плоская. Также из распространенного штопор, либо крестовая отвертка, и шило-развертка, которая может меняться в зависимости от размера ножа. Об этом еще упомянем. Здесь, если вы заметите, находится в шиле сделан желобок, для того, чтобы использовать как сверло, и маленькое отверстие для того, чтобы прошить какую-то поверхность. Spartan является одной из небольших моделей с минимальным функционалом, который закрывает большую часть потребностей, как многофункциональный нож. Для брелка, наверное, он немного великоват, но, тем не менее, где-то в сумке, в небольшом чехольчике эта модель часто встречается. Помимо основных инструментов, почти в каждом швейцарском ноже есть знаменитый аксессуар, это пинцет небольшой, и сервисный инструмент для очистки ножа, который часто называют зубочисткой многоразовой. Это не очень гигиенично, тем не менее она есть, и кто-то пользуется ей. Эти инструменты заменяемые, они находятся, то есть их можно всегда докупить отдельно и заменить. Следующие две модели делят между собой пальму первенства по популярности среди пользователей. О чем мы говорим? Это модель Climber и модель Huntsman. Между собой есть, ну, грубо говоря, всего одно отличие, но оно ключевое для многих. Модель Climber трехрядная, Huntsman четырехрядная, и он толще. При взгляде сбоку модели неотличимы. Они абсолютно одинаковые. А нюанс кроется вот в чем. В модели Climber установлены ножницы, а в модели Huntsman, помимо ножниц, добавлены еще и пила по дереву. То есть это выглядит вот так. Чаще всего, если человек в основном использует многофункциональный нож, носит его при себе в городе, ему хватает только нож. Действительно, очень полезный инструмент. Иногда многие им чаще пользуются больше, чем даже самим ножом. Но есть такой нюанс, когда люди выбираются за город, им необходима пила. Кто бы что ни говорил, но есть люди, которые данной пилой по дереву в городе тоже пользуются. Она прекрасна ввиду конструкции пилит и пластик тонкий, и алюминии. И вот именно из-за этого инструмента часто Huntsman берут как люди, которые выезжают на природу. А модель Climber чисто городская версия. Ну, мой фаворит лично всегда Climber. Минимум инструментов и большой функционал. Huntsman не подходит по наличию пилы. А вот пользуетесь ли вы ей, у кого есть он, расскажите, где и как в городе вы могли ее применять. Будет интересно почитать. А вот этот частенько встречается уже на брелках, несмотря на его размер. Минимальный функционал, опять же, это, если убрать ножницы, самый небольшой многофункциональный ножик. Есть клинок, штопор и универсальная открывашка. Несмотря на ее форму, она открывает как консервные банки, так и бутылки. Чем интересен Вейтер? Несмотря на три инструмента, всего-навсего один ряд ножа, он легче, меньше и компактнее, чем предыдущие собратья. Еще один небольшой нож в нашем размере – это Victorinox Evo Wood. Чем интересен Evo Wood? По комплектации напоминает тот же Huntsman, но он короче. Помимо всего прочего, деревянная накладка, приятнее в руке, радует глаз. И линейка Evo Wood имеет вот эти вот рифления. В руке он лежит чуть удобнее. В чем же отличие от Huntsman? Это ножницы. Здесь по-другому реализована пружинка. Если у Huntsman пружинка витая, то у Evo Wood она монолитная. То есть
шансов того, что она сломается, меньше. Хотя я не знаю, что должно произойти, чтобы она вообще лопнула. Чуть меньше размер ножниц. И у этой модельки ножницы имеют насечку серейтовую. Почему иногда выбирают его? Сами по себе вот эти зубчики на ножницах позволяют резать нитки чуть-чуть корректнее. Иногда ее берут рыбаки для того, чтобы резать оснастку. Леску, какие-то плетеные шнуры. Он справляется с ними лучше, нежели обычная гладкая заточка. В остальном набор тот же самый. Есть пила. Понятно, что ввиду размера ножа она тоже чуть-чуть меньше. Еще одно отличие деревянных накладок от пластиковых в том, что здесь нет отверстий под известный комплект любого швейцарца. Это пила, пинцет и зубочистка. Кому-то такого размера может не хватить. В данном случае у нас модель 111 Victorinox. Называется он пикникер. Ну, исходя из названия, да, модель, собственно, так и позиционировалась для поездки на пикник. Что она имеет? Большой клинок, 9 см длиной, также две открывашки, шило и штопор. По факту, модель пикникер напоминает очень сильно модель Spartan, просто увеличенного размера. Из отличительных особенностей у большого брата нет дополнительного маленького клинка, который нужен для работы там, с упаковками, вырезания чего-либо, просто как хозяйственного ножа. Но вместо этого на больших 111 моделях уже появляется фиксатор. Для пикников, для поездок отличный вариант куда-то взять с собой на море. Нож не боится соленой воды, порезать фрукты на берегу вполне себе зайдет. Следующая модификация популярности у нас модель Trailmaster. Чем интересна она? В отличие от общепринятых параметров, в данной модели нет штопора, вместо нее стоит силовая крестовая отвертка. Многие люди, выбирая швейцарский нож, говорят, что штопор мне не нужен, и как альтернативу как раз останавливаются на комплектациях, где есть отвертка. Чем отличается еще Trailmaster? Он всегда идет однорукий, то есть с отверстием, чтобы открывать нож одной рукой. И чаще всего имеет серейтерную заточку первых двух третей клинка. Серейтер сам по себе, чем интересен, Victorinox, он симметричный, прекрасно работает по продуктам, будь то помидоры, колбаса и прочее. То есть в хозяйстве нож более функциональный. Также имеет два фиксатора. И вот здесь есть как раз пила. Серии, как между Huntsman, Spartan, который обсуждали. Кому-то хватает основного набора инструментов, кому-то нужно что-то еще и отпилить. Ну что, маленький офф-топ еще включим в наш ролик. Часто пользователи швейцарских ножей жалуются на то, что накладки вышли из строя, скололи, поломали, поцарапались, хочется обновить на внешний вид ножа. Что сделала компания Victorinox? Они выпустили на рынок сменные накладки. Как правило, в том или ином размере есть выбор цветов, от классического красного либо черного, который чаще встречается до там цветных, желтых, бывают оранжевые. Кто-то боится менять их самостоятельно, пытается найти мастера, на самом деле ничего страшного нет. То есть берете обычный ножик, опускаете в теплую воду, держите минут 10, а потом карточкой просто подцепляете накладку со стороны посадочного места под пинцет и зубочистку и снимаю, выстегиваете старую накладку. Обычная новая накладка держится, как правило, на трех точках крепления. Вверху, в середине и внизу накладки есть вот эти кружочки. Накладываете просто на заклепки и аккуратными движениями защелкиваете их на место. Все, замена завершена, у вас все получилось. Ну что, дальше по топам. Поговорили об основных моделях. Есть еще один, наверное, часто встречающийся в продажах нож. Это линейка ножей Ranger Grip. 130 размер, они очень большие, уже полноразмерный складной нож, есть в разных версиях, но вот несмотря на то, что вот в этих размерах популярны у нас двухрядники, то Ranger Grip почему-то чаще всего приобретают уже непосредственно с пилой. Чем это обусловлено, сложно сказать. Пила здесь уже больше похожа на рабочую такую длину сучкореза, грубо говоря. Что из интересного, это тоже модель, которую делала когда-то компания Wenger. И поэтому замок, который фиксирует сам клинок, отличается. Для того, чтобы сложить этот нож, нужно нажать на герб, и тогда ножик сложится. Ну что, относительно недавно компания Victorinox расширила линейку своих кухонных ножей, подумалось. Люди, которые путешествуют, и кому нужен складной кухонный нож, они выпустили вот такую вот интересную модель. Выходила она в двух версиях, с серейтером и без. Данная моделька похожа на нож Kudo от компании Cold Steel.
ну, многим, по крайней мере, напоминает, выпускается с серрейтором либо с гладким лезвием, но чем отличается от кода более удобным замком? Замок здесь стоит такой же, как на старшей модели 111. Обычный лайнер, то есть отжимаем и складываем нож. При этом клинок довольно-таки тонкий, сам нож ничего не весит. Кинув его в рюкзак, как просто походный кухонник, штука очень хорошая. Помимо всего прочего, в данной версии в обзор мы взяли интересный комплект. Маленький складной кухонный нож, небольшая доска. Возникает вопрос по поводу размера самой вот этой вот доски. Полноценно большое количество продуктов не нарежешь, то есть готовка на одного человека. Идем дальше по топ. Модель Ranger. Тоже 91 мм. Чем отличается? Здесь уже 5 рядов, то есть модель довольно-таки толстая. Его выбирают не так часто, но при покупке этого ножа выбор покупателя уже более осознанный. Чем же она интересна? Здесь, помимо пилы по дереву и ножниц, нож уже комплектуется дополнительно, еще и ножовкой по металлу. Помимо всего прочего, сзади из интересного добавляется маленькая часовая отвертка, совсем небольшая. И странный инструмент, но которому часто находят применение, это небольшая стамеска. Из необычного мы рассказывали недавно про модельку Waiter. Есть его старший брат, чуть-чуть отличающийся функционалом. Модель компакт, длина 91 мм, он больше, чем Waiter, но, соответственно, чуть потяжелее. Здесь два ряда, а вот функции, на мой взгляд, даже больше, чем в Spartan. Чем интересен компакт? Да, здесь есть клинок, но, как до этого говорил, здесь нет второго клинка маленького, здесь есть универсальная открывашка. Здесь есть многофункциональный крючок, который обычно устанавливается только на трехрядные модели. Если присмотреться, в штопоре есть такая серая часть, это маленькая часовая отвертка. Для разборки часов подкрутить очки. Мало кто знает, но компакт одна из немногих моделей, которая сразу комплектуется булавкой. Помимо известного нам пинцета и зубочистки, здесь есть еще шариковая ручка. Вот это вот вообще не так часто встречается в швейцарских ножах. Может быть, кто-то скажет, что это не нужно. Но, тем не менее, расписаться где-нибудь экстренно, когда у нас под рукой нет шариковой ручки, вполне себе можно. Ну, совсем уж, наверное, осознанный выбор при покупке многофункционального ножа. Модель CyberTool. Самый известный, наверное, раскрученный нож – это Swisscham. Очень толстая модель с большим количеством функций. CyberTool – это его логическое продолжение. А здесь, как и у компакта, в комплекте сразу идет отверточка, есть та же самая булавка и ручка. А вот дальше комплект уже начинает удивлять. Помимо двух пил, о которых мы уже говорили, и пресловутых ножницах, да, то есть когда модели идут по расширению, в этой линейке присутствуют лоскогубцы. Они могут использоваться как маленький гаечный ключ, есть небольшие кусачки. Но основной плюс этой линейки – это битодержатель, который может использоваться как в загнутом положении, так и в прямом, фактически отвертка. Одно время у айтишников данная моделька была популярна. Не знаю, насколько до сих пор IT и сервисные инженеры им пользуются, но разрабатывался изначально он для них. Также компания Victorinox не забывает и о юных почитателях своей продукции. Они выпускают модель ножа Junior. Маленький, яркий нож. Чем интересен? У него закругленный кончик, он абсолютно не колющий, ребенок не поранится ножом. Есть небольшая пила, пила по дереву. Можно выстрогать себе рогатку. Ну и опять же, отвертка и универсальная открывашка. Вдруг нам дали лимонад, какие-нибудь конфеты в банке, нам надо их вскрыть. Здесь все это есть. И интересен комплект. Яркий шнурок, раскрашенный в цвет ножа, то есть тоже попугайчики, красиво, можно все подвесить на шею. И также в комплекте идет маленькая раскраска. Яркая, это если надоело, грубо говоря, что-то вырезать, можно посидеть пораскрашивать. Жизнерадостные картинки, взять разные карандаши. В перерывах на работе можно успокоиться, пораскрашивать. Финал очка. Ну что, это была наша подборка по топам продаж ножей. Старались объяснить, какой и почему именно здесь оказался. Пишите в комментариях, какими моделями пользовались вы, что у вас есть. Может быть, какой-то из инструментов конкретно спас жизнь или очень сильно выручил. Будет интересно почитать. Также можете переходить в чат. Даже обязательно переходите в наш чат на живых новостей Ножикова. Туда можно приложить еще и фотки. Будет интересно посмотреть, чем вы пользуетесь. Ну и до новых встреч. До свидания. Пока.